хорошо живет на свете в виде пух, да? Угу. Хорошо живешь? Да. Полдня потрудился, полдня отдохнул. А что же еще делать в отпуске? Так, вот пух тут раскололи, все лишнее. Вот тут вот где рука, чувствуешь, вот тут вот валды? Сейчас я посмотрю. Вот просто ты сейчас смахиваешь, а вот здесь вот шишка. Вот, вот потрогай, даже вот босиком встань. Шишка, прям шишак. Дай мне правило. Вот. Сейчас очищаем грунтовкой. А потом наливной пол такой есть, самовыравнивающий. Нальем. Застынет, и чтоб плиточку нам дальше класть. И вот шишка. Смотри. Сейчас посмотрим. Дай правило. Красота. Во, красота. Ляпота. Крупные какие. Поперли грунтовочкой. Кисточкой будешь. Ну, какая грязная, надо будет потом помыть. От этих керхеров ваших. Так, залили, останавливаем галин. Доску прикручиваем, типа опалубки. Ты тут сверлишь, соседи сверлят. Как тетерева, слышишь? Друг другу. А по бокам тут тоже будем жить? Конечно. Что вот это? Налили? Налили. Размешали? Жижа. Жижа, да. Сделали каркас, опалубку, и вот. Такой штукой. Наливной пол. Называется самовыравнивающий. Самовыравнивающийся. Распределится. И будет ровненько. А что, не хватит? Точно? Осталось. Андрей, пол ведра. Он не слышит. Вот, какая шкурка. Видали? Такая штульчика есть. Смывка краски. Не с тонким слоем. Вон. Она как густая, как гель. Вот он намазывает. Смотрите, как она облупляется сразу. Покрывается. Такой штуковиной, наверное, шик. И далее, что делается? Вот что там. Фокус. Где бутылечек? Вон. Вот такая. Смывка краски. Это чтоб ты не шлифовал, да? Да. Надоело? И вон она, какими волдырями. Что? Нет, не быстро. Что-то у меня с фокусом. В общем, сейчас наносим и потом в перчатках стираем. Тряпушкой, наверное. Ну, или шпательком. Я шпателем пробовал, но, наверное, надо щетку. А тряпка еще не получится, думаешь? Летит везде. Ну да. Это какая-то... Не трогай, разъедает. А это ты что, она кислота? Свирепая. Красили, чтобы взять и смыть. Нет, лучшую краску достали. Что-то у меня с фокусом сегодня. Сколько труда и времени, и еще и денег.
Эта штучка еще не засохла, ну почти. О, уже еще твердее стало. Чуть-чуть осталось. От краски очистили. Обезжириватель он протирает. Шика-шика. Вау-вау. Ржавая, да. Уже какая ржавая. Это под краской, да, она такая? Нет, это... Это ты хочешь сказать вчера и за день? Да, да, да. Обалдеть. Сейчас будет красить. Говорит, принимай работу, я покрасил. А, вон. Чего? Ну, блин, красиво, чё. Конечно, лучше, чем было. И краска такая интересная, я говорю, похожая, как на двери. Краска, говорю, как на двери похожа, да? Да. Блестящая и с такими этими. Ну, красиво, чё. Прям, да. Отлично, Зай. Можешь стараться дальше. Все. Добро получено. Не могу заснять. Да, прям как дверь, Антош. Да. Как наша дверь вот так. Такая же какая-то текстура. Вон. У нее тоже такая рябая. Здорово. Застыл наш выравнивающий слой жидкий. Пол или как он уже забыл? Наливной пол. Наливной жидкий. Вчера правильно сказала, сегодня неправильно. Это у нас уже следующий день, если что. Он сейчас это... Какая-то... Опять по нему грунтуем, и плитку мужики мои вчера съездили, купили вот сюда. Высохнет, будем плитку пробовать класть, укладывать. Итак, по плиточке. Да? Мелочи. Да. Вот так вот. Ой. Тише. Я нечаянно. Вот сейчас вот померяем, разложим, чтобы понимать того, что все криво-косо. Сама площадка неровная. Начинаешь выкладывать плитку. Там вроде по краю сюда она уходит. Вот уже как зодка вообще. Ну, пипец. Целое дело, на самом деле. Неровное, понимаете? Угол неровный. Вроде там ложишь, кладешь, а она потом убегает. Угу. А надо, чтобы было красиво. Да, котик? Да. И что делать опять? Непонятно. Вот такая плитка ж коричневая. Хотела он все коричневое, я говорю, нет. Тут, говорю, коричневое делаем, а под ступеньками давай бежевую покладем. Приклеим. Ой-ой-ой. Вот сюда бежевую. Потому что как-то сливаться начинает. Вот приложили коричневый, так коричневый. Сливается и как-то некрасиво и дешманско выглядит. Ну, не знаю, что получится с моей идеей. Надеюсь, все будет гуд. Сейчас дождик собирается опять. Даже уже пошел он. Накрапывает. Так. Да, котик, чем помочь? Раскладываю. Ну вот, видишь, уходит. Вижу. Давай что-то думать. Сейчас я спущусь к тебе. Дождь тут начался. Вот угол.
ровно ставим, и она потом уходит, уходит. Значит, вывернуть этот угол как-то надо. Затиркой. И ну, не так сильно уходит. Да, там давай, надо доложить, посмотреть, как там. Может, какой-нибудь потом уголок надеть. Сама плита неровная. Здесь наоборот. Видите, да, что получается? Здесь шире, а там уже. То есть она не прямоугольник ровный, а такой типа ромбообразный. Не трапеция, а там кто? Ну, трапеция. Угол немножко вывернуть, если развернуть и направить. Вот попробуем давай. Что-то пока на раскладывали, втопило. Переносится это. Все мероприятие на неопределенный срок. Да, полило. Вся работа встала, друзья. Вся работа встала. Ну, хоть польет.